Валентина Асеева. Рекс и Кекс. Слава и Витя сидели на одной парте. Мальчики очень дружили и как могли помогали друг другу. Витя помогал Славе решать задачи, а Слава следил, чтобы Витя правильно писал слова и не пачкал свои тетради кляксами. Однажды они сильно поспорили. «У нашего директора есть большая собака, ее зовут Рекс», — сказал Витя. «Не Рекс, а Кекс», — поправил его Слава. «Нет Рекс, нет Кекс». Мальчики поссорились. Витя ушел на другую парту. На следующий день Слава не решил заданную на дом задачу, а Витя подал учителю неряшливую тетрадь. Спустя несколько дней дела пошли еще хуже. Оба мальчика получили по двойке. А потом они узнали, что собаку директора зовут Ральф. «Значит, нам не из-за чего ссориться», — обрадовался Слава. «Конечно, не из-за чего», — согласился Витя. Оба мальчика снова уселись на одну парту. «Вот тебе и Рекс, вот тебе и Кекс. Противная собака, две двойки мы из-за нее схватили. И подумать только, из-за чего люди ссорятся».